супер палочка, Титан. Какая хорошая у тебя палочка. Что там такое? Иди посмотри. Деревья шевелятся. Что? Иди посмотри. Пойдешь? Нет никого? Пойдем. Бери палочку, пойдем. Молодец. Пойдем дальше. Давай, давай, давай. У нас с тобой пешие прогулки теперь. Конечно, в идеале сейчас Титана повозить в бассейн. Но бассейн нынче... Ну, не то, что нынче. Оно всегда было дорогим удовольствием. Когда в юниорстве Титана и Тора я возила в бассейн, тогда абонемент стоил так же, как сейчас. За 10 занятий мы отдавали 18 тысяч за одну собачку. Я их двоих возила. Ну и плюс фитнес по 18 еще. Поэтому дорогое удовольствие. Да? Мы будем выгуливаться лучше почаще и побольше. А так, конечно, бассейн для собак – это классная вещь. С инструктором, который следит за нагрузкой. Вот. Летом, конечно, прекрасно. Мы в отдаеме это все делаем. Но зимой только снег. Да? Только сугробы. Кинуть тебе. Давай. Стой, попрыгун. Тит, я вот не знаю, что там. Сейчас кину тебе. Иди. Супер. Класс. Пойдем. Местность просто незнакомая. Я не знаю, что под снегом. Поэтому опасаюсь. Здесь мы впервые. Вот, зимой у нас из нагрузок вот. Только, собственно говоря, прогулки. Больше никаких нагрузок нет. Летом это супер велосипед. Опять же, только для подросших собак. С щенками я не бегаю. И бассейн или водоем. Вот. Ну, а зимой только вот прогулки. Повторюсь. Вкусная, что ли, такая она у тебя? Давай я кину тебя. Стой. Ну, дай. Готов. Стой. Побежал. Палка у меня еще. Я тебя обманула. Ты не понял, что мама обманула? Стой. Вот теперь да. Попрыгун. Супер. Идем. Мы сейчас поедем обратно в Константиново, где Денис учится. Нам надо там на пункте выдачи забрать. Ой, заказывали халат для труда, для технологии. Иначе Дениса до урока не допустит. Поэтому сейчас поедем обратно, так как пункт выдачи работает с 10. И потом отвезем в школу и домой уже поедем с Титашкиным. Да, Тит? Давай еще кину. Молодец. Оба-на. Стоп. Стоп. Вперед. Попрыгун. Ай, супер. Класс.